Какие бы пожелания нашим зрителям от Владимира Мулявина? Пожелания, вы знаете, я немножко, конечно, мы настороженно все сейчас смотрим телевидение и вот видим все, вот, что происходит в России у вас. К счастью, у нас этого пока нет еще. И я не хочу, чтобы это было в Липецке. Что вы можете сейчас сказать о состоянии той жизни Белоруссии? Ведь мы же славяне. Ну, вы знаете, конечно, изменения коснулись всей республики. Ну, я вам скажу, что это пока у нас самая спокойная республика из всех, которых мне приходилось быть. Мне приходится везде ездить. И пока у нас более-менее спокойно. Меня поэтому, может, и привело в Беларусь. Я столько лет уже живу, там около 40 лет живу в Беларуси. Поэтому мне нравится народ, и он, в принципе, мало изменился. Хотя люди немножко сейчас стали, отношения людей друг к другу стало намного хуже, чем было у нас. И мы ностальгически вспоминаем даже старые наши времена. То, что ушло. То, что ушло. То, что мы потеряли, и, может быть, даже надолго, пока это вернется. Ну, судя даже, если верить словам прорицательной Ванги, СССР якобы возродится в 2000 каком-то году. Будем надеяться, хотя и другой есть вариант, наоборотный весь. Я думаю, что будет все к лучшему, конечно. Мы, наверное, славяне и живут надеждами всегда на лучшее. Садитесь и потанцуйте.